говорить много не буду. Мы сегодня еще почитаем житие Алексея Человека Божия. Для нас это пример, великий пример. Мы все живем в какой-то гордыне, в каком-то самолюбии, в уязвленном. А вот этот человек показал смирение и любовь. Будучи у своих родителей, он ушел от родителей, да, в свое время, чтобы служить Богом. И когда он вернулся, они его не узнали, и он у них был, можно сказать, на скотном дворе, в каком-то сарае, всю жизнь служил родителям. Такого человек достиг смирения. Да ты же подобный Алексей Чече Божий, молитва у нас. О великий Христов угодниче, святый человече Божий Алексия, душей на небеси престолу Господня предстояй, на земли же дамную ти свыше благодатью, различные совершая чудеса, призрели милостью на предстоящие святе иконе твои люди, умиленно молящиеся, просящие тебе помощи и заступления. Простри молитвенно ко Господу Богу, честни и руцы твои, и спроси нам от Него оставления согрешений наших вольных и невольных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ублажаемся, святый человече Божий Алексие, ищи святую память твою. Слава тебе, Боже, наш, слава тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас с праздником! Святители, святые, все-таки же Боже Михаил, моли Бога о нас! Святый праздником! Спасибо, Господи! Святые человечи Божий Алексей, моли Бога о нас! С праздником! Спасибо, Господи! С праздником! Спасибо, Господи! Святый человече Божий Алексия, моли Бога о нас, с праздником. А люди все ищут счастья человеческого. А так вот оно счастье здесь, в деревне Зажупани. Вы слышите колокола, которых 70 лет не было на этой колокольне. Сейчас мы войдем в храм. Храм наконец-то оживает. Появляются новые кирпичи. Приезжают люди, происходит возрождение. Приезжайте в Зажупани, участвуйте в возрождении этого движения. Твой кирпичик в стене возрождающегося храма. Храм Архангела Михаила. Рядом озеро, погост, деревня. Все, как и должно быть у нас на Руси. Божьей помощи всем, Божье благословение и покровительство Архангела Божия Михаила.